Спасибо большое. Следующая пьеса, которую мы сыграем, музыкант ее называет очень смешно «Сопли». На самом деле очень красивая пьеса «Softly in the Morning Sunrise». В переводе тоже что-то красивое. Про санрайз. Thank you.
Спасибо большое. Вот сейчас мы сыграем пьесу, которую я очень люблю. Очень красивая, медленная босанова, которая называется «Эстате». Босанова. Thank you.
Чуть-чуть подстрою, потому что тут кондиционер и все такое прочее, и дерево, оно так реагирует неожиданно. А? Будешь играть сейчас сам? Ну, можно сейчас, можно позже, как скажешь. Сейчас тогда мы сыграем пьесу, которая называется «Иди ко мне, детка». Thank you.
Сейчас наступит тот счастливый момент, когда мы оба играть не будем, будем отдыхать, а он будет работать. Классно, как, а? Пожалуйста, Антон Горбунов. А вот так случилось. Надо было играть подольше.
У нас очень ленивый барабанщик, который не любит играть соло. Не люблю. Хотя мы пытаемся его заставить. Вот. Но он на самом деле многоликий очень, потому что он умеет играть на барабанах, умеет замечательно играть на перкуссии, при этом очень хорошо поет, но сегодня петь не будет. Не буду. Это дурак. Ну, there will never be another you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Еще раз.